Валя, ты тут мешаешься мне. Братья наши вон пошли на работу. Сегодня 10 января 2018 года. Ровно 3 месяца, как мы вернулись из деревни с Володей. Это за ними приехал Игорь Дебунов. Марина была в Москве, говорит, уже вернулась. Вот, ну все, садятся. Помолились, как всегда, выходят на улицу. Из дома помолились, вышли. Вон там видно, что они сидят, что-то рукой машут, видно. Молятся. Вот так. О, машина поехала. О, Паля за ними наблюдает. О, момент, когда превратилась в зеленую, это означает канон. Рядом где-то вон она пошла, машина. Вот-вот уже окончательно расцветает. Свет меняет всего. Сегодня лестницу в избу занес голубям. Вверху все закрыл Володя. Первый день буду выпускать голубей. Вот так. А этот болящий у меня тут залез. Ну-ка, давай-ка сюда. Опа. Вот он где. Ну-ка. 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 Фу. Фу. Ты чего его гоняешь? У него крылышко больное, он поднимает. Копали. Не трожь ему и так, видишь, он крыло поднимает, как болит оно у него. Она еще никогда не видала настоящих птичек, привезли-то ее, считай, в кармане. Вот полгода, наверное, Пале уже будет. Скоро. Вот так. Ну все на этом сегодня. Вот. Наши братья готовятся на работу. Володя с Никитой. Что-то тут забыл или что. Сегодня 22 декабря. Вот Никита там пошел. Сейчас они с Володей здесь пойдут, я увижу их. Нет, вернулся Никита. А, вон в чем дело. Володя там. Надежда Васильевна заходил. Вот они пошли. У меня руки трясутся тут. Вот они тут идут, теперь я с этой стороны их вижу. Вот они подошли. Теперь вплотную уже. Господи, прости, помилуй, благослови братьев. Каждый в свое место, у кого-то где-то работает. Позвонил Роман Малыш сегодня, что-то попросил прийти, принять его. Только что вы отвечал на вопросы по нашему посещению митрополита Сергия. Вот так. Вот они, братья, пошли. Хорошо нам быть вместе. Посмотрели ролик, где евреи снимают все. И брачную ночь свою, как сватаются. А что скрывать-то, когда открыто? Вчера один просится что-то ответить, поехать по Теряевку. Я говорю, давай по скайпу, все. Даже не вышел. Не вышел где-то, ну и все. Видите как, это Володя затопил, и ветер дует в эту сторону. Тут мы молимся, храм. Знаешь, как ветер хорошо раздувает. Все, однако. Володя собирается на работу.
Вот они стоят. Тут у меня остались косточки для кошки. И Никита, я говорю, занеси. Он пошел, занес. Сейчас должен из дверей появиться, и они пойдут. У нас сегодня 12 января 2018 года. Год необычный такой, удивительный. Столько душ пришло через наши ресурсы. Своими ничего не считаю. Это все благодать Божия. Вот так. Что-то зашел долго там. Вот не люблю, когда долго что-то. Все нужно делать очень быстро. Сказал только положи и быстро выходи. Вот он задерживает, но я не знаю, что там, поэтому пошли на работу, братья. Как только идти на работу, они меня сразу отрывают от работы, чтобы помолиться вместе. В избе помолились, они уходят. И перед выходом на улицу, вот Никитушка пошел, они идут на работу. Вот, если можно видеть, то вот они пошли. Тут плоховато видно. Если бы двое были, я бы увеличил на весь экран. Это. Вот они подходят. Вот это третье окно. Какие поклоны делает хорошие. А то, говорит, ничего нельзя сделать. Неправда. Надо делать. Вот, пурга начинается. Помолились. О, мне помахали рукой. Я обычно кланяюсь вместе с ними. Но тут снимаю один. Благослови, Господи, Никиту Владимира. Вот они пошли. Ну и теперь дальше они уже выходят. Я их вижу, вот они выходят. На пятое окно вывел. Все. Показать, что такое. Вот Паля у меня тут бегает. Я ее сейчас сажаю два раза в день, чтобы выпустить голубков. Вон они у меня, два голубка там сидят за решеткой. Сизари, дикие. И вот второй день сегодня я их выпустил утром, а Паля в подпол загоняю, закрываю. А рыжую отдал туда к Надежде Васильевне с Буской. Вот она, видишь, это, ну, до того ласковый вот этот, руку не укусит, не покорябает. Ей полгода. Полгода всего. А их выпускаю голубей в это время, привещаю, чтобы они сами залетали. Пока не получается, одна голубка залетает уже, а голубь нет. Видите, она пошла куда? Под мышку у костюма, там пот. Пот связан с сердцем, а это валерьяна. И они, ну, и там нет валерьяна, но именно пот. И вот она каждый раз туда лезет, буквально втирается туда и кайфует. Понимаешь? Это и все кошки это делают. Ну, когда я работаю, пропотею, и под мышкой там видно запах этот остается. А он обязательно связан с сердцем. Вот откуда валидолила эти. Тут как-то рассыпали, валерьяна была какая-то. Трава или что-то на пол просто. Да коты со всей окрестности пришли, катаются по ней. Вот это им что-то дано. Вот так. Опять полезло. Вот видите, даже как вот висит костюм. Это я так думаю сам. А с чем больше связано-то? Притом никуда долезло, а только подмышки. И только подмышки там, в костюм, в котором я потел. Ну, я не все это вместе-то складываю, и мне так представляется, что именно так. Еще он аж сваливается там. Я сейчас крикну, она вылезет оттуда. Паля! О, как она реагирует на это слово. Ну что, выходи. Иди, играй. Ученая кошка. Самая настоящая, унесенная. Ну иди. Глазенки чистые. Пух большой у нее. Она сибирская кошка-то. Красавица. Паля – это палевая. От цвета палевая я называю. У нас никак не называю кошек. А рыжая, если бусы и цвет, значит, бусы.
Вот так. Братья пошли отправлять сразу 3 комплекта Новых Заветов и 13 к истинному православию. Вот они выходят. К дверям подошел Никита, развязывает заборины. Так, с сумкой в руках, рюкзак. Ждет второго брата Владимира. Пошел к нему. Владимир только что вышел. Книги, то есть, кончаются. Кто-то бы взялся переиздать, все права бы отдал ему туда. С каждого издания, хоть сколько издавайте, но если книга-то новая, экземпляров 100 мне как автору. Так, шапки долой, на улице холодно, а все равно молятся. Господи, благослови братьев. Пошли сначала здесь молиться, если я сижу, они кричат мне, у дверей стоят. Помолились, 3 поклона, и вот так все благословенно. Сейчас Сережа Пупков позвонил, что с мамой плохо. Столько утра ранее, еще это, свет, говорится, не заря, еще темно, видите. Все. И в это время уже звонят. Вот как верующим быть хорошо, пенсионерам. В тебе нуждаются, просят. И просят не просто как-то, а помолиться. До Бога достучаться, знает, что мы с ним знакомы по знакомству. Вот и все. Сегодня братья уезжают в Бельмесево к этому Василию. Володя расспросил, что он, а у него там купил да какой-то домик. Сейчас поехали посмотреть там, что помочь. Ни дров, ни воды. Да рядом ветла какая-то стоит. Вот Володя взял пилу с Никитой. Сейчас поехали спилить там и посмотреть, что он. Ну, я дома, конечно, остаюсь. Мы решили в среду, пятницу без хлеба жить. Иначе у нас не хватает, но... Ну, это поэтому надо рожки было сварить. Сейчас картошку я почистил. Вот. По-моему, Володя, Никита все это в банке затарил, чтобы мыши не ели. Вот, Володя берет пилу, инструмент. Сейчас с Никитой они пойдут. Все, пошел. Они пошли. Ну и воды у него там нету. Купил какой-то домик какой. Ну, надо советоваться. Узнал, какая-то организация. Квартиры деньги берут. Из него взяли денег, 1500 он заработал, отдал. Пришел, ни вывески, ничего нету. Господи, благослови. Братьев наших в путь. И труд сделай полезным и безопасным. Сохрани, Господи. На автобусе туда ехать. А, наверное, забыли, что закрыто на... Вчера закрыли. Оба не помнят. Закрыли. Сейчас побегут за ключом. Так, стоп. Снимает все с себя. Я бы мог им сказать. Вот Володя теперь бежит. Вот он, видно, поволокся. Вот он бежит. Но тут уже мне некогда. Сейчас я... Вот он подбегает к дому. Я пошел открывать. Давай, ключ забыли. Я знал, что прибегут. Если вам заранее сказать, вы так помнить не будете. Ты с утра открыл. Вчера от этих незнакомых-то людей заперлись. Посмотри, тот ли ключ. Да, тот. Давай. Вперед! Вот теперь я за ними буду смотреть. Там Никита стоит. Володя выскочил, поволокся туда. А мы закрылись на заворе, но их ключ, она там замок вставленный. И открыть. Вчера-то эти были, тут доску у нас утащили. Так, назад, бегом. Вот он.
Володя подвижный такой. Я сейчас не знаю, куда. Вот он зашел. Ну еще. Все, открыл. Какая голова ногам спокойно не дает? Дурная. Давай с Богом. Хорошие ребята. Ну вот как говорится, зазомбировал двоих гуру. А тебя работают они, на кого-то бегают. То сестре там надо было Валентине Барышниковой. Теперь здесь. Никита стоит на вытяжку, ждет. Тоже зазомбировали, видишь, как истукан стоит. Это попы так определили, попы. Там Дудин, рядом с ним еще один сидит какой-то, и они по благовести, благовест у них называется, благовест, меня обсуждают благовест, значит, того я достоин. Сгинули, нигде их не видать. Тоже мне миссионеры. Они все вместе не делают сотой доли того, что делает Степаненко до них был. Хотя миссионерские отделы создать никому в жизни не удавалось и не удастся, ни одного. Их Бог создает. И только два человека. Вот они, мои братья, пошли. Все. Тут какой-то человек. Ну, на этом все. Благослови, Господь. О, мои ребята возвращаются. Рыжий, уходи тут. Засовы делают. Ну. Вдвоем заворачивает. Никита пошел. Рукавичку уронил. Вот они где. Со второго места, видать. А вот и с третьего. Вот они приходят. Что-то лампочки нету, то ли перегорело, или что? Да. О. Надо узнать. Лампочка, главное, не мигала, ничего. Вот так. Володя заходит. А что, Володя, лампочка перегорела, что ли? Где? Наверное. Ну, подкрутить надо еще. Ничего не моргало никак. Ну-ка. Да, порвалось все. Все. Ну-ка, да, кто там был? Там кошки не лазили. Ну, вставляй другую. Патрон-то пальцем не лезь. А то шалкнет тебя. Вот так. Вот кошка бежит вдоль забора. Вот она. Я ее прикормил. Она в стенки уже заходит. Вот она. Голубок сегодня один заболел, принес. И видно, она голубка, а тот-то больной сидел голубь. Как он разворковался, как он расхорохорился. Вот они, кошки у вас тут. Надо закрывать эту дверь-то в стенках, выпустить их.
Они просятся прям туда. Никита пойдет сейчас. Пойдешь еще? Да, сейчас выйду. Ну сейчас придут на занятия, уже осталось немного времени. Сегодня воскресенье, занятия по скайпу. Сергей Павлович проводит. Ладно. Никита что-то сегодня постригся он. Это тебя Галя обкарнала? Галя Загуляева. Вот так она нас держит под рукой обоих. Волосы-то сняла и силу мы потеряли. Почему обоих? Троих? Троих, и ты троих. Тоже туда охота тебе. Я думаю, тебя не буду задевать, да хоть один останется сильный мужчина у нас. И золотом, Прокофьева заранее подкуплена коварная краса. Атлету сонному остригла волоса и крикнула: «Самсон, вставай, филистимляне!» От ложа прежде восстал. Герой, но уж без ней, без прежней львиной мощи. И погасил ему нож филистимский очи. Это Мэй. Я поэму эту считал, тут не совсем, может, где точно, но... Ты умственный атлет гремущих наших дней. Если бы тебя коварно усыпили, предали тебя врагам и ослепили, о, за тебя тогда заступится сам Бог! И за тебя, за нового Самсона, Бог разгромит все капища Дагона. Вот так. Ешьте, давайте, садитесь. Это что означает? Батюшка приехал. Николай его привез. Вот так. Там Володя идет, понес кошку. Вот это на улице темно, а все же видно. Николай там вещи поставил. Батюшкин. Зашли туда. Помаленечку падают снежинки. Кто-то пошел сюда. Вон он идет. Издалека. Дай-ка это батюшка идет. Ну да. Это Володя, видно, с кошкой пришел назад. Все, что-то поворот назад. Ну, сейчас приду, ладно, подожди. Копали, уйди. Вот мешаешься ты мне. Постой, постой. Не видно Володя тут, где-то он работает. Вот там ворота делали, двери. Ворота выходить, крестный ход вокруг. Так ни разу и не сделали, не пошли. Вот. Вон там Володя выбрасывается. Снег кидает за валенку. Голова появляется. Это вот как раз здание, где мы молимся.
На крыше снег. Ну, соседский забор. И так, видать, чуть-чуть окна даже видать вот с этой стороны. Глазок очень ровно стоит. Это Паля. Такая большая кошка уже. А сегодня-то все только ничего. Вот Володина голова, видать, вылазит. Заваленку подсыпает. Такая шапка у него мировая. А это теперь заметил и крадется за шапкой. Так. Вот она, Володина шапка. Паля закрыла ее. Паля встала и наблюдает, что это такое. Мне интересно. Там что-то движется. И она заметила. Вот она. Интересно для нее. Кто там движется? Карандаши жует и все. Снег лапой трогает. Вот он сопли вытирает, а она за ним смотрит. Снегу нету. Сегодня 8 января 2018 года. И он откуда далеко от дома? Он далеко. Подбрасывает. Заваленку нечего сделать. Где зима, ясно дело, что все погибло. Паля не может понять, что движется. Ногой его держит. Там вот репитер. Клавиатура. Вот я и сижу. Работяга вроде. Оля, раз его, ничего не... Вот она идет рядом, она за ним смотрит. Интересно, она пока ничего еще в электронике-то не разбирается. Смотри, Паля, учись. Ну ладно, пока. А
Володя Пенкин приходит к Надежде Васильевне, пошел за водой. Все, где-то что-то находит, старается. Интересно как. Один пункт другому передает человека. А теперь вот он видит где. Привел Гликерию, он ей дед относится. Ну, по сестре. Ну вот тут сяду и выходит, вот она. Сосед, старик работает все время, пример какой дает. Дверь открыта. Вот он заходит, все. Воскресенье сегодня, 14-е. Подъезжает машина на богослужение. Вот они тут машина около храма. Вплотную. Это уже внутри ограды. Еще темно. 14 января 2018 года. Интересно смотреть как. Не очень, но в общем понятно. Движение идет. Тут разворачивается. Привез семью, это Саша Загуляев, так думаю. Он дальше поехал к себе, к старостильным грекам. Тут наши люди идут. У нас сколько людей ушло из общины из-за того, что пошло на соединение с патриархией, ни под каким видом. А мы остались, ну что, каждый избирает то, что у него есть. А это вот я вижу не принятие там, что не признание, что патриархия, любыми путями признать, что она безблагодатна, ни один там не спасается. Ну, под этим в любую юрисдикцию можно было пойти. Мы никогда на это не шли и не пойдем. Это не будет соответствовать действительности, а потом такую брать на себя миссию, объявлять еретиками 100% беспокаянными всех до одного, все монастыри, это не... Ну, считаю, что это неправильно, легко сказано. И мы видим, куда это приводит. То на паспортах, то и на ННН зацикливаются и идут, куда попало уже. А что у меня там? Это Паля пришла куда? По лестнице полезла и
Лестницу завернула, и она залезла туда. Ты еще Паля там делаешь, а? Испугалась. Лестница-то навернулась, стояла непрочно. Я уходить сейчас, ее спрятать надо куда-то, потому что она тут откроет опять. Выглядывает, сидит. Ну, время-то уже 36 минут. Идти мне тоже уже пора. Вот оно, время высвечивается. Подходит народ. Вот тут у дверей там что? Зашли, не видать. Вот тут запер голубей. Утром они прогулялись до службы еще. Вот сидит голубок, все семечки полов щелкал.